Сегодняшняя мода на сумки и рюкзаки предполагает не только их строгие и целевые варианты. Любая модель может быть оформлена с помощью декоративных украшений. Только вот производители часто предлагают нам нечто стандартное – металлический или кожаный невзрачный аксессуар. А ведь можно к этому вопросу подойти креативно. За идеями мы отправляемся в Тесуру. Такое направление появилось, когда стала приходить фурнитура в виде цепей, в виде всевозможных колечек, зажимов, застежечек. И приходил какой-то декор или, допустим, функциональные подвески с петельками. И хотелось все это дело собрать воедино, чтобы смотрелось как декор. Мы пошли шире, мы предлагаем более широкий ассортимент, более разнообразный. Более того, мы можем здесь предложить декор буквально на любую сумку. Будь то сумка шопер, пляжная сумка, может быть, это элегантная сумка. Свои варианты подвесок активно используют в последнее время дизайнеры. Однако брелок от знаменитого бренда будет стоить баснословно дорого. Зато всегда можно создать реплику своими руками. Кожаные элементы мы получили, очень интересные, конечно, цветы в стиле Fendi. Мы в свое время их продавали для декора на платье. И потом я подумала, а почему это не может быть декором для карабина? Для этого я взяла, допустим, два цветка, соединила между собой, приклеив, чтобы он был двусторонний, вставила кольцо, и получилась вот такая подвеска карабина-сумка. Кисти я очень люблю, я очень к ним отношусь трепетно. И вообще кисти, я считаю, на сегодняшний день это уже классика стала. И поэтому пошли шире, стали делать кисти, подвесы для карабины, для сумок. В виде, допустим, вот такой кисточки. На самом деле это элементарный карабин для сумки, вполне декоративный. Берется кольцо соединительное, берется наша кисть, да. И получается очень интересный декор. Потому что кисти на сумках, на соломенных сумках, это очень хорошо смотрится. На плетеных, вязаных, сейчас это в тренде, это очень популярно. Соединив буквально 2-3 детали, вы получаете эксклюзивную кисть на сумку. Цепи – это прям отдельная история у нас, это один из любимых ассортиментов в нашем отделе, потому что он обладает очень широким диапазоном применения. Это могут быть вот такие декоративные подвесы, опять же, это собрано из нашей цепи и из нашего карабина, соединительное кольцо. Всего 3 элемента, получился самостоятельный декор, очень модный. Это могут быть пояса декоративные на платье, на блузку. Соединили бусины Сваровски, соединили с карабином, и получился великолепный нарядный пояс, который можно, кстати, использовать на шею как аксессуар. Вплоть до того, что мы собираем вот такую интересную бижутерию. Вот, допустим, вот эти кисти, серьги собраны из мелкой цепочки бижутерной и бусин Сваровски. Вообще изначально тема – это серьги в стиле Dolce & Gabbana. И мы собрали вот такую кисть из наших атласных ленточек. Бусины Сваровски подвесили на цепи. И все это венчает филигрань Сваровски. Может быть и моносерьгой, может быть и кулоном, если мы повесим тонкую цепочку. Подбор украшения на сумку – дело не такое простое, как кажется. Если от изобилия идей разбегаются глаза, можно не ограничивать себя одним украшением, а сделать их несколько и постоянно менять.